Роман Зайцев, живу на ДВ, и мы прогуляемся по многовершинному. Времени совсем немного у нас, всего несколько минут до отъезда. И начнем мы с магазина Чаккар, где возьмем чекушечку коньячка, потому что совсем трезвыми глазами смотреть на то, что сделали оккупанты с поселком, невозможно. Итак, вперед! Добрый день. Здесь также общежитие осталось, да? А какой номер? 13. 12 следующее, да? Спасибо большое. Николаевск на Амуре день за днем в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, канал на Ютубе Роман Зайцев, живу на ДВ. Подписываемся. И хочу обратиться ко всем последним выжившим поселенцам и последним выжившим переселенцам. Спасибо вам за ваш подвиг жизни, за ваш труд, за ваше бесконечное терпение. Храни вас Бог.